Сотрудники Брестского управления по чрезвычайным ситуациям точно знают, пожилым людям надо помогать. И помогать не на словах, на деле. Осматривают и проверяют на дому рабочее состояние печей, котлов, электроприборов. Проводят профилактические беседы. Ведь известное правило «предупрежден, значит вооружен» никто не отменял. Супруги Александр и Надежда Евгения благодарны и признательны пожарным. В силу возраста они уже самостоятельно не могут что-либо исправить. И сил не хватает, да и мастера вызвать стоит определенных трат. А приведенное в надлежащее состояние пожарными электропроводка и любимая печь позволит не отходить от привычных жизненных устоев и спать спокойно. Помощь пришлась как нельзя кстати. Довольны. Спасибо за то, что нам поремонтировали, что зарабили, что мы не мучаемся. А то-то, как подпалю, то кирпичи упадет, то еще что. А то уже хорошо, все нормально. Исправно. И красивая печь получилась. Хорошая печь. Даже, видите, со стороны смотрите, то приятно. Помощь семьям с приемными детьми – также одна из важных задач, которую поставили перед собой сотрудники МЧС. Рейды в их дома – просто необходимость, ведь в связи с занятостью, бытовыми хлопотами, люди, воспитывающие сразу нескольких детей, могут и не проверить состояние отопительных приборов, что в будущем может привести к необратимым последствиям. Благодаря инициативе, проявленной сотрудниками МЧС, такие категории граждан, как ветераны и родители, воспитывающие приемных детей, могут быть спокойны за свою безопасность и без всякого опасения ожидать холодов. Дрон готовил. Много, что было, до старости хватило. Вот так еще с дровами уже обеспечены. На мою жизнь хватит. Да. Не страшно, зима. Члены рейдовой группы, совершившие уже десятки визитов в дома людей разного возраста, остались довольны итогами проделанной работы, как и те люди, которым и советы, и помощь пришлись кстати. Но впереди еще и осенние холода, и зимние стужи, а потому работа пожарных спасателей в самом разгаре. И совершат они еще не один рейд, чтобы предупредить и обезопасить, ведь на то они и служба дня и ночи.